Я Максименко Елена Николаевна, житель села Софьино Раменского городского округа. 26.11.24 года была записана на личный прием к заместителю главы Раменского городского округа Гаджиеву Замлимхану Максимовичу в 15:30. Приехала туда вовремя, зашла в приемную, где секретарь мне сказала, что предыдущий посетитель еще не вышел, посидите в коридоре. Я ждала в коридоре, из кабинета вышли посетители предыдущие, потом появился сам Залимхан Максимович, который сказал, что больше никакого приема не будет и что у него какие-то срочные дела. Этого приема я ждала более 2 месяцев. То есть крайний раз я на приеме у него была 24.09.24 года. Вопросы, связанные с экологией ТУ Софинская, сброс ливневых вод, канализации слагопарка в Монарх, технопарк Софьино. Этими вопросами я занимаюсь с данной администрацией и лично с Залимханом Максимовичем с 16 мая 2024 года, с момента, как пришла новая администрация, Малышев, глава администрации, и его кабинет новый. Значит, вопросы известные, вопросы сброс канализации в ручей федерального значения, далее в Москва-реку, очень острые для нашего села, поскольку у нас тут очень много всяких лагопарков, технопарков и тому подобное, а централизованной канализации нету, и очистных сооружений Раменского водоканала тоже нету. Это все вопросы, связанные с экологией и с жизнью жителей. Значит, при отказе он вышел в коридор, сам Залимхан Максимович вышел в коридор, но тут мужчина, который был записан после меня, нас всего трое было в списке, значит, сказал, что «А меня вы примете? Вы же сами меня, как бы, как же я? Вы меня сами пригласили». А на что Залимхан Максимович сказал: «Ну, вас приму», и как бы возвращается в свой кабинет, разворачивается, идет в свой кабинет. Я возмутилась, сказала: «Нет. Время моё приема, и вы примете меня». Значит, он, открывший дверь в свой кабинет, уже собирался туда войти, я за ним следом. Данный человек разворачивается и со всего маху левой рукой наносит мне удар по голове, по правому уху, в зону шеи, короче, со всего маху я опешила. Он еще несколько ударов в грудь нанес мне, в живот, по ребрам. Тут уже на крик секретарш его в присутствии вот всех людей, это было в его приемной, в присутствии вот этих свидетелей, значит, наряд полиции прибыл, с меня было взято объяснение письменное. Значит, сегодня я почувствовала дома себя плохо. Осмотр травматолога, значит, установил, что у меня подозрение: множественные ушибы мягких тканей головы, сотрясение головного мозга, повреждение барабанной перепонки справа. Есть, имеется подозрение на перелом височной кости справа. Я прошу, обращаюсь в русскую общину, чтобы дали огласку, расследовали данное дело, и чтобы данный человек, заместитель главы Раменского городского округа Гаджиев Залимхан Максимович, не ушел от уголовной ответственности.